апрануть город у пікселі і даць яму іншае віртуальнае жыццё. Вучань адной з гімназій Магілёва пачаў будаўніцтва населенага пункта ў жанры папулярнай камп'ютарнай гульні. Трохмерны свет са сваімі правіламі, ён поўнасцю складаецца з кубоў. Можна ствараць цэлыя вуліцы і збудаванні. Прынцып нагадвае канструктор Лега. Раз долі для фантазіі творчых людзей. У тым ліку для Владіслава Агеева. А в данном случае все наши счета по отношению к балансу будут... Экономика, маркетинг, коммерцинная деятельность. Для Владислава Агеева, наученца Могилевского политехнического колледжа, начинается горячая пора подрыхтовка до экзаменов. Первый складанный бухулик. Вольного часу не шмат, а тут еще и додатковая нагрузка. Влад является участником 4-го республиканского конкурса профмастерства WorldSkills Беларусь-2020 по компетенции визуальный мерчендайзинг. Конечно, мы очень рады, что у нас есть такие талантливые, креативные, творческие учащиеся. Мы радуемся каждой их победе. У планах представить у вересні на конкурсе Могилевский регион, а увогуле стать специалистом высокого рангу. Мавляв, профессию обрав асенсавана. Я очень рад, что поступил сюда в колледж по проходному баллу, и моя будущая профессия – экономист по маркетингу. И мечтаю, что когда-нибудь в будущем я стану руководителем какого-нибудь большого предприятия. А покуль юнака напоткала першая популярность, якую принесла захопление Майнкрафтом, компьютерной трехмерной гульней, Владислав Агеев почав створать свои стили виртуальную вандровку по славутостях Беларуси. И этому захоплению отдаю амаль увесь вольный час. Я использую спутниковые снимки, Google карты, как можно больше фотографий зданий, и потом, как из кубиков Лего, воссоздаю их в самой игре. Курган Славы, Каплица, Буническое поле, Мирский замок и Несвежский. А еще взялся за будовництво виртуального Могилева. Отрымалось цікаво. Целые улицы, славутые збудования, пешеходная с площади Зорок, центральная Першамайская с драмтеатром, парком и первый в городе шматповерховкой, старый город с одновленной ратуша, любимым местом для селфи граждан и туристов, новая лестница у подмиколи с фонтанами и храмом. Самое сложное было создать это торговый центр, потому что он состоит из нескольких частей, соединенных между собой. На это мне понадобилось около 2-3 дней. Больше всего мне понравилось это Дом Советов, он очень получился прорисованный. Похож на исходный. Захопление юного программиста из Могилева уже собрало в интернете тысячи лайков из всего света. И это только початок, запевнивая молодой айтишник. Виртуальные туристические маршруты пополнятся новыми районами, кварталами, обовязково знаковыми для города с будованиями, только в новым таким незвычайным майнкрафтовым выгляде. Андрей Ястребов, Василь Фаталеев, Могилев.